Скажите, какое имеет значение, если человек не может застелить постель? Большое спасибо. Если вы живете с мужчиной и хотите, чтобы у него постоянно была одна и та же женщина, застилайте за ним постель. Если вы хотите, чтобы в доме вы были хозяйкой, мойте сами хоть одну тарелку или хотя бы за своим мужем. Не нанимайте людей, которые будут мыть и ухаживать за всеми. Это такая особенность. Это, знаете, как собаки или кошки или коты, они метят, так и женщина и мужчина, они должны иметь определенную функцию, которая является значимой. Почему постель должна защищать? Почему женщина должна застилать постель сама? Это обозначает женская защита. То есть, когда женщина застилает постель, она фактически одевает такой вот саван на своего мужа и на их совместную жизнь. То есть она является охранницей этого всего. Можно ли мужу что-либо доручить? Нет, лучше не надо. Мужчину вообще очень хорошо держать на коротком поводке, в ошейничке. Правда, я вам говорю. Почему? Потому что мужчины, они как собачки. Много гормонов, гормоны они делают свое. Мужчина делает так. Знаете, собачки показывают, смотри. Мяско, 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 собачка. Да, мяско, мяско, мяско. Муха, 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 смотри, муха, муха. И снова, эй, 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 мяско здесь. Да, да, мяско здесь. И мужчине надо напоминать, что вот здесь она. Женщина говорит, я с тобой не буду долго заниматься сексом. Поверьте мне, он найдет. Кому от этого хуже? Причем, вот у меня такая ситуация была. Такая ситуация была, мужчина один говорит, мне жена там, у нее вечно там плохо, там интима нету, я там сам уже не могу, и там, и решил, нашел молодую, и теперь не хочу жить с женой, но люблю жить, что делать, Андрей Андреевич, что делать? Ну как бы оставим эту историю, а сам вариант, почему это произошло? Потому что нужно обращать на себя внимание, если мужчина долго не хочет, нужно говорить, ты там не забыл ничего, алло. Сосредоточься, тут, мяско здесь.